среду в Самарской области будет ясная погода без осадков. Днем минус 1, минус 3 градуса, ночью 6-8 ниже 0. Ветер восточного, юго-восточного направлений, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем минус 2 градуса, ночью минус 8. Ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 2, ночью 6 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, температура днем 3 градуса ниже 0, ночью до 8 мороза. Ветер восточного направления 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.